Так, девочки, я после зубного. Там ничего не снимала. Сейчас заехала в органик. Большой-большой магазин. Вот увидела яблочки. Сейчас я вам покажу. Цена вообще на органик маленькая. Вот смотрите цены на органик. Вот эти яблочки очень хорошие, сладенькие. Вот, возьму. $1.99. Так, вот эти $3.99. Видите цены? Вот зеленое яблоко, пожалуйста. $1.29. То есть цены даже меньше, чем в Walmart. В общем, беру вот Фуджи. Я знаю этот сорт, и нам это очень нравится. Беру, девочки. Кулечки такие здесь интересные. Я не знаю, какие-то другого состава совершенно. Может, быстрее разлагаются. Классные кулечки. Вот как вы выбираете яблоки, ребята? Вот смотрите, есть вот такое. Яблочная поверхность. А есть... Вот какие яблоки я выбираю. Вот я выбираю вот такие. Вот с такой поверхностью. Вот, на мой взгляд, они более сладкие, насыщенные. Вкус и аромат таких яблок. Видите, вот такое покрытие, вот такое. Я беру вот такое. Как вы выбираете яблочко? Пишите, девочки и мальчики. Поехали дальше. Чего я зашла сюда? Мне нужно семя льна. Вы меня спрашивали, сейчас не по теме пойдет тема. Вы меня спрашивали, Лиля, какие крема вы используете, какие бренды. Девочки, практически прекратила использовать эти крема для лица, потому что это все одно и то же, что для лица, что для рук, что для, как говорится, тела. Везде одинаковый состав. Это только, как говорится, реклама. Реклама, мы платим за рекламу. Итак, я иду искать семена льна, и потом вам покажу, как делается маска. Очень классная маска. Оставлю координаты вот хорошей девушки, косметолога, которая рекомендует эту масочку, после которой состояние кожи обалденное, все подтягивается, все морщиночки, заломочки подтягиваются у нас. Так что вот поэтому я заехала сюда, в этот органик магазин. А вот бананы органик, девочки, как-то брала, думаю, а ну-ка попробую, сравню. Ну, вообще, понимаете, трава травой. Поэтому больше не экспериментирую. Даже вот внешний вид, видите, какой непрезентабельный. Ребята, смотрите, что я увидела. Тоже первый раз, смотрите. Это гранат. Гранат джем. Вот беру однозначно. Никогда в жизни не пробовала. Из граната джемик. Вот надо взять. Уже все органик здесь. Вот манго, смотрите, тоже как. Тоже я не пробовала из манго. Вот беру гранатик сначала попробую. Абрикос, 4 ягоды. Да это тоже будет вкуснятина. Но беру сначала гранатик. Кто пробовал джем из граната, девочки, пишите. Интересно. Я так думаю, что это какой-то эксклюзивчик. Навьё нам предлагают. Вот смотрите, можно явно сделать сравнение. Органик молоко 8.19. Обычное молоко нормальной жирности где-то $3-4. То есть органик в 2 раза, видите, дороже. Вот. И попросила меня сравнивать цены. Ну вот пытаюсь, то, что помню. Вот я, наверное, возьму маленькую такую бутылочку органик. Тем более, что 20 ов. Вот это будет 3.67 вот здесь есть. Вот. Нужно попробовать органик молочко. Тем более, что я готовлю делу каши овсяные и немножечко на воде. Сначала готовлю основную массу,
а потом немножечко добавляю молока. Ну, я люблю пить молоко, конечно. И я знаю и понимаю, что оно не усваивается в нашем взрослом организме, но все-таки люблю. И так вот пока что, видите, яблочки, джемик и молочко взяла. Смотрю, масло наше ирландское, но по ценам, видите, здесь 4,29. Я беру в Walmart, там 3, не помню, с копейками, 3,50. То есть, видите, здесь, как говорится, практически на доллар выше цена. Кефирчики, ну вот эти кефирчики везде есть, в любом супермаркете. Я беру американский кефирчик, без всяких фруктовых добавок. Вот, тоже периодически у меня появляется желание попить кефира. Вот, не буду брать кефир. Так, ну где же эти? Семена льна-то. Семена льна, где вы? Где вы? Тут беконы, ну тоже бекон, в принципе. Нет, ну завышенная цена, что говорить. Вот, индюшки, бекончик. 8,19. Не будем останавливаться на этом. Вот я нашла стеллажи со всякими кашами, со всякими бобовыми. Так, что я в первую очередь возьму для нас? Возьму овсяночку. Однозначно нужно взять овсяночку. Наверное, возьму 2 кулечка. Ой. Вы меня совсем запутали с этой пшенкой пшеничной, девочки. Я выбираю, смотрю, как говорится, зрительно. Зрительно память включаю и вот беру. Вы мне начинаете писать всякие названия, Артек, там еще что-то было. И вообще эти названия мне ни о чем не говорят, потому что я все забыла уже, как у нас называлось. Так, кого-то я и нашла, по-моему, девочки. Нет, это не то. Мне надо флекс. Флекс. Вот, пожалуйста, баквы и гречневая каша. Но, кстати, я ее брала. В общем, не понравилась мне. Ужасная. Вот я недавно варила, хотела лирочку. Потому что она мне внешне даже, вот как-то, как говорится, не понравилась. Сварила суп. Что вы думаете? Даже пес не ел. В общем, выкинула. Так, вот изюмчик надо взять светленький, 2 доллара. У меня темный есть, а светлый забываю подкупить. Вот вкусняшка, девочки, крембери. А, забыла по-русски. Ой, боже мой, ну как же ж, как же ж. Вкуснятина, можно просто вот так вот есть. Я добавляю в овсяночку. Смотрите, какая красота, да? Ягодка такая полная, аппетитная. Беру. Беру 2. Потому что очень вкусно. Так, ну где же флекс? Флекс, флекс. Чувствую. Так, уже перешла на специи. А флекса я не нашла. Горчичка. Органик. Паприка. Копченая паприка обычная. Цены. Цены, конечно, завышенные, девочки.
я не вижу флекса. Девочки, нашла. Вот нашла. Только это светлый золотой, а мне надо потемнее. Сколько он стоит? Пожалуйста, цена вообще. $79, девочки. Смотрела в интернете, думала заказать на Амазоне. Вот такая же масса. 8, 12, смотря какой бренд. Вот смотрите, шикардос вообще, даром. Все, девочки, покажу вам, как делать масочку. Покажу, наложу, и мы с вами омолодимся. Так, вот я подошла к миксам всевозможным. Цукаты с орешками, семечками. Видите? Значит, вот этот я присмотрела для Лилуши. Можно и в запеканочку добавлять. Вот Лилуш, это мой попугайчик африканский, серый Жако. Вот, пожалуйста, можно купить ей такой набор. Она очень любит вот это дело. Значит, я беру для нее, для попугайчика. И что, девочки, не знаю, может быть, для Дейла какой-то миксик. Он, честно говоря, полюбляет вот это все дело. Ну, чтобы не было кокоса. Он не любит кокос. Вот так. Вот так. Кокос. И вот эти семечки он не любит от белой семечки. Так, что-то Дейлу не попадается. Сбор. Чоколад. Не надо нам чоколад. Так, нету, ребята. Вот для кондитеров, смотрите, вот эти маленькие чипсики шоколадные. $4.99. Органик. А вот и манная кашка. Сималина. $3.29. У меня есть. Я тоже добавляю ее в запеканочку. А так варила с молоком, но не очень. Что-то не то. Какая-то у них это не того вкуса манка все-таки. Или помол здесь очень мелкий. В общем, не знаю, девочки. Вот, пожалуйста, гречневая каша. Перемолотая. Для деток, наверное, можно, да, делать. Питание. $4.29. И вот полочка с сборами чая. Но я не вижу моего любимого. Да, Лерочка, вот уже я тебе тоже высылала. Вкуснейший был чай. Вот жасмин зеленый. Нету. Вот, девочки, $7 стоит. Тоже какой-то сбор. Черный чай, джинджер, кардамон. Гвоздика. Ну, это вроде ничего. Pink pepper. Но не буду. Не буду экспериментировать. Каркаде. Blueberry. Apple. И еще что-то. Нету, девочки. Ну вот. Видите, вот такие сборы чайные. То есть, как может быть у нас в аптеках продают. Вот здесь тоже это все есть, ребятки. Вот полочка с пастами. Я думаю взять вот спагетти, лингвини итальянские. Цена небольшая. Handmade написано. Homemade. В общем, возьму. Вот такие есть. Макарошки. Завитушечки. Надо, у нас все есть. Фетучини.
такой у меня есть, покупала. В общем, надо взять вот эти спагетти. Вот, девочки, пожалуйста, фетучини, наверное, с водорослями. Не знаю, правильно, неправильно говорю. Поправляйте. И green lentil. Я думаю, что да, с водорослями. Хотя можно перевести. Так, ну все, выхожу. Потому что еще куча дел, девочки. Это магазин просто через дорогу от зубного врача. Поэтому, думаю, заеду быстренько. Вот моя корзина, девочки. Вот. Крэмбери, изюмчик, яблочки, кашки, лен, белуши, молочко. Все, девочки, быстренько отчиталась. Еду дальше в госпиталь делать авторизацию и записываться на маммограмму. Ребята, решила включиться, пока в дороге, пока еду в этот Сэнфорд. В общем, сегодня я растрепыш. Бомжатский видосик у меня, потому что все на попыхах. Попыхах, девочки. Все быстро. Быстро нужно делать. О, сейчас будем проезжать один магазин. И тоже моя клиентка. И вот я забыла взять свои бизнес-карты. Ну, чтобы поставить к ней в магазин. Вещевой. Вот. Вот что я забыла, девочки. Что я буду в этом районе. Я это уже несколько раз забывала, ребята. Сейчас, по ходу дела, я заеду в наш магазинчик. Русский. Русско-украинско-молдавский, чтобы никто не обижался. И, значит, ребятки, что я хочу купить? Я хочу купить кваску. Вот я уже несколько раз делала набеги такие. В общем, ничего такого мне не нужно там покупать, потому что я уже закупилась. И гречневой кашки накупила много, и всего-всего. Колбаски не хочется, поэтому сейчас посмотрим. Кваску захотелось. Так, открыты, не открыты. Они вечером открываются. Нет, они закрыты. Вот так. Они открываются в 5 вечера. Представляете? Вот так. Какое-то у них расписание. Ну что, ребята, отвечаю еще на один комментарий. Уже смотрю на лицо. Конечно, уставшая. Даже после всех этих процедур моих. Вот. Значит, комментарий. Я сетовала, что мы ждали полтора или около 2 месяцев визита к врачу, по зрению Дейла нужно было проверить. Вот. И, значит, там в комментариях женщина пишет, вот у вас хорошо, у вас практически, да, быстро, а у них отменили, вот страну забыла, девочки, отменили вообще вот такого рода приемы к врачу, представляете? А как же быть? Вообще уже, что ли, образели вы? Как же быть людям, если есть какие-то изменения, отклонения, важные моменты человек ощущает в своем организме, как же провериться? В общем, такое что-то творится, что не налазит на ум. Конечно, многое зависит от врачей. Вы знаете, вот я не знаю, если вы следуете этим инструкциям, которое вы не можете обойти, вот мне кажется, что нормальный врач, когда видит, что есть проблема, и у человека нет возможности посетить, проконсультироваться, провериться, мне кажется, что такие врачи должны делать, обходя всякие законы, и делать обходы на дому, девочки, частным образом. А что делать, что оставлять людей в беде? Вот скажите мне. Я считаю, что это выход. Выход из положения. Обходить вот эти законы их дебильные. И все-таки идти навстречу людям, человечеству. Вот что я думаю, ребята. И так оно и будет. Если будут прижимать все больше и больше, мне кажется, что люди пойдут на
вот такой метод по всем аспектам. Потому что это не дело, то, что они творят, это просто беззаконие какое-то, понимаете? Так, я сделала еще одну остановочку, сейчас посмотрим. Так, девочки, я зашла вот в секонд-хенд, там, где я иногда нахожу хорошие отрезы за недорого. И вот, смотрите, нитки обнаружила. Вот такие ниточки, Made in USA, $1. Хороший цвет, десяточка, наверное. Вот возьму эти ниточки. Вот еще большая, смотрите, какая бобина, $2. Вот еще такая, не знаю, насколько мне нужны эти бобины. Рыженькую я возьму. Вот такие ниточки есть, такие тоже на джинсы они подходят, если отстрочка идет светлыми, бежевыми, белыми нитками. Видите, все серенькая отстрочка тоже иногда попадается, нужно взять серую, пускай будет 50 центов. Так, что здесь всякие кнопочки. Подплечники 50 копеек. Иголочки 50 копеек. Вот иголочки с золотым ушком. Вот. Да, это ушко вот там на самом верху. Есть разъединение, то есть ниточку можно не целиться именно в ушко, а вот на этот разрезик. Вот такие иголочки. Made in Brazil. Ничего себе. Бразил. Возьмем Бразил. Так. Вот тесьма, тоже по 50 копеек. Но брючные тесьмы, девочки, здесь не найдешь. Так. Вот, пожалуйста, вам резинка. Бум-бум с этими резинками. Вот куча резинок. 3,50 копеек стоит. Но уже никому не надо. Так, ну и по тканям. Давайте посмотрим. Ткани, что тут есть? Что тут есть? Рубль 50. Доллар 50. Ну, это такие на подушечки, на волки сшить. Я так думаю. Ну, 2,50. 2 ярда. Видите? Что-то в глаза ничего не кидается. Я еще подкладочку собираю, комплекты для шитья пальто. Мне нужен какой-то шелк на подкладочку цветную. Хочу цветную какую-то веселую подкладку. А ничего нету. Девочки, смотрите, какая полосочка. $75. Клеточка. $5, 3 ярда. Практически 3 метра, девочки. Да, но ничего нет. В этот раз ничего, девочки, нема. Три ярда. 3,50. Какой-то кремплен. Так, цвет симпатичный, но не знаю. Тоже можно что-то делать. Костюм можно сделать с какой-то светлой отделкой.
Да, ничего нет в этот раз. Смотрите, какой комплект. Смотрите, сколько отрезиков. 2,50. Вы мне говорите тоже, Лиля, бери, режь. Знаете, сколько времени займет вот эта нарезка? У меня совершенно нет времени этим заниматься. Это если бы не было занятий. А так занятий хватает. А вот. $1 ярд, $2. Для деток что-то пошить. Платьечко. Платьечко. Какое-то. Так, кружевце. $4, $2 ярда. Вот. Видите, вот так вот резиночка закручена. Я вам показывала. То есть я знаю, когда у меня закручена резинка, значит, я покупала именно здесь. Наполнитель доллар. Все, девочки, нету. Видите, я специально зарулила. А вот что-то на подкладку. Был бы красненький. Вот этот вот принт. Все, девочки, нету того, что мне нужно. Завернула зря. Ну, вам показала место. Так, а ну манекен раздвижной. Сколько нынче? $75. Не надо нам.